забывай, что надо проехать на заданной скорости, а то не засчитается. Давай. Oh.
Нужна хорошая тяга, чтобы преодолеть подъем. Поглядим, как твоя тачка справится. Да, вот так-то. Держись рядом и не зацепи никого.
Я просто шучу и все. Ну, что-то не смешно, Ману. Ладно, как уже сказал, извиняюсь, больше не повторится. Лады? Лады. Новичок, ты не расслабляйся. Эймс, девка суровая. Заткнись, заняться нечем. Ладно, ладно, состыкуемся. Я в гараже. Давай сюда, обмозгуем кое-что. Эй, здорово. Я тут подумал. Магнус, он ведь не Супермен. Так что и нам надо делать то, что он делал. Проходить заезды, изучать улицы. Только потом станем наравне с ним, да? Буду держать тебя в курсе. Помнишь про то состязание? Про Эдди с восточного района. Они начинают собирать народ, а твоя репутация пока не дотягивает. Дрифтуй, гоняй, наматывай круги. Да хоть мир спасай, мне без разницы. Только попади в этот список, понял? Thank you.
Мне по-любому надо запостить эти фотки. Может, их увидит мой кумир, понимаешь? Только это... У нас тут конкурентов не истребляют. Нет. Так что... Балансируй мотор, чтоб на всю работал. Это этап второй. Ясно? Знаешь, что Накай Сан раньше был стритрейсером, как и мы. А теперь разъезжает по миру, собирая тачки для самых престижных клиентов. Так и есть. Я нереально крут. Слушай свои звуки джунглей, Ману. Выложила тут фотку нашего творения. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ничего. Ага. И правда круто. Теперь ночь будет не спать, ждать, когда кумирик лайкнет. Ну и что такого? Эй, ты и так все время под капотом торчишь. Пора тебя на улицу вытаскивать. Погоняешь. Ладно. Давай, увидимся. Peace.
пару дел хотят провернуть. Времени полно, но задерживаться не стоит.